Здорово, народ. 7 утро доброе, так сказать. Ну что могу сказать? Хотел на сотке поиграть, зашел. Там вообще от слова совсем делать нечего. Там 160 человек в онлайн, и все в основном гаша стоят. То есть на локации пробежался вообще никого. От слова совсем. Поэтому просто нафиг забил. Думаю, ладно. Дай-ка на банан зайду, вспомню вообще, что тут, как тут. Вот, потому что забрасывать это особо неохота. Вот, все-таки хочется мага-танка сделать. Правда, я не знаю, вот мне вообще откроются вот эти вот умения в кросс-классе или нет? Или в кросс-классе только, получается, для эксперта открываются? Блин, никто подсказать тоже не может, без понятия. Так, буквально секундочку. Мне вообще откроются вот. 2К есть. Звук, голос есть, все нормально. Так, что у меня? А, у меня еще и бабло есть, да? Отлично. Ну давайте то прям день сразу купим, приобретем. Потому что без него тут, в принципе, делать. Ну как, почему нет? Делать-то есть что? Вообще, секундочку, пожалуйста. Блин, это я вообще. Это я вообще через этот делал захват экрана, да? А надо захват игры. Так. Сейчас, секундочку. Думал, вроде ничего не упустил, все сделал, все нормально. Оказывается, нифига. Опять косяк. Так, кого лишь у меня захват экрана в первом этом ряду стоит? Вот так. Не, все правильно. Сейчас так, игра. Или онлайн. Вот, все отлично. Это после Хорза настройки остались немного. Переделаем. Так, все отлично. Так, ты сюда, примечек сюда. Все отличненько. Так, мы в храме Нумеруса, да? Сейчас как раз, в принципе, где надо. Блин, ты смотри, до сих пор еще кто-то это что-то качает бафы и умения. Ну, видимо, твинка, наверное, я так полагаю. Погнали. Сейчас до одного места добежим, потому что я хочу эти бобовые умения прокачать. Я качал на Илане, но там тяжко, в принципе. На тех, на ком надо качать. Там они, к сожалению, толпой агрятся. Вот. И очень сильно неудобно. Так, 48. Да, мне чуть-чуть осталось. До. 68. 68, 46. Нифига себе, чуть-чуть осталось. Да я все вот с этим бегаю. Так, а там 45-й эпохи, насколько я помню, вроде бы не было никакой. Блин, а почему она? Я же вроде нажал продолжить. Ну, в смысле, снова продать. А почему-то они с аукциона слетели. Что за фигня? Почему так? Так, ну, по крайней мере, чуть-чуть бабло хоть апнул. Не может не радовать. Онлайн тоже, кстати, на банане просел. Правда, я понимаю, выходные все-таки. Ну, вот, лето. Ну, если до этого было 300-400 человек, то сейчас 248, по-моему, я смотрел онлайн. Тоже проседает немного. Наверное, Генес, смотрю, на новый сервак тоже пошел. Сейчас зашел, смотрю, у него этот Сымчанский высветился. Что-то говорит тоже там все новое, все переработанное. Конечно, нифига не понял, так перемотками посмотрел. Чтобы времени это не терять, потом более конкретно гляну. В чем прикол там нового сервера, на котором он играет? Добрый, Ренат. Здорово. Так, и у меня еще есть Сянтик, да? Поньк. Сейчас 50-й
Наверное, это не буду стримить цапать. Ну, не то, что не буду. Сейчас хочу... Вот, моя задача прокачать умение. Чтобы вот это вот открылось. Потому что я не знаю, откроется она, не откроется. Тут сколько? 40, да? А надо, по-моему... Сколько? Как минимум 46, да? Ну, сейчас чуть прокачаем, посмотрим. Так, скиллы, скиллы, скиллы. Ой, у меня же тут точка восстановления до сих пор, да? Сейчас посмотрим. Так, СОА здесь. Сейчас надо посмотреть, сколько он будет мне дамажить. Так, а где пик-то? Вообще, буду ли я выживать? Так, а где... А, вот они все, скиллы мои. Так, ну, пока, в принципе, живу. Конечно, расход по бананам будет лютый. Так, а какие у меня там скиллы-то? Так. Это у меня шестого. Это у меня тоже, в принципе, шестого. Мне надо качать в итоге... Рассечение, да? Ой, блин, где оно? Вот оно было. Хотя они, в принципе, все одинаково пятого. Ну, что-то долго думает, вот я не знаю почему. Нажимаешь и все, и он залипает. Так, а что по бананам в итоге? Сейчас, короче, замерим. 220. Сейчас посмотрим, насколько будем проседать. Давай, наверное, чуть-чуть снизим. В принципе, он не так сильно дамажит. А вот с этого начнем. И заодно глянем. 47 уже. А, ну нормально. Ближний навык качается. Ближнее умение. Нет, до 68-го. Там, в принципе, у меня пуха помощнее будет уже. Так, мы еще, наверное, бананов поменьше сделаем. Потому что вроде как живем. Он не сильно просаживает. Вот опять нажал и не проходит. Видимо, критует, что ли, и как отмена идет. Ну, эта задержка еще появляется. Так, было 220, да? Ну-ка, 231. Так, ну 11 фармим. Это не может не радовать. Сейчас, давай, давай, откатывайтесь быстрее. Так, давай, иди сюда. Ну да, тяжко, тяжко так качать. Ты считаешь, 6 уровней надо поднять будет. При этом, по-моему, я-то... Не шибко-то качаюсь. Ё-моё, тут вообще какая-то тысячная. Так, ну, по крайней мере, 48. Чё-то качается. Просто печально. Я вот, к сожалению, со своим количеством ХП даже не смогу этих... Дракончиков собрать. Ни одного-то с трудом выдерживаю. 243, ну да. По чуть-чуть фарм идет все равно. И фарм идет, и прокачка небольшая. Самое печальное, вот я, в принципе, вроде как и апнул полтинник. Спецом, но в принципе я им ничего делать и не могу. То есть мне надо в город чудовищ качаться, а с тем шмотом, что там есть у меня, я ничего не смогу сделать. То есть меня там ваншотят. И вроде бы у меня есть 50 уровень, а вроде бы и толку-то от него никакого. Там хоть да, я и могу мобов в сетку теперь кидать, но толку от этого что-то прям вообще нету. 48, 68. Блин, как я спецом так быстро все прокачал?
Потому что, ну, в принципе, изначально я сразу им это скиллы давал. А где-то тут еще вроде один должен быть. А вот он внизу. Просто еще бы быть уверен, что не зря я вот эту всю фигню качаю, что элита откроется чисто из-за критического удара. В этом плане, конечно, все-таки ланч будет более удачливее, в том плане, что ты без проблем можешь как за ланча играть, так и в ДБ скидываться, и у тебя полноценный кросс-класс. Но здесь нет, я не уверен. Здорово, здорово, Хисп. Внутри доброе. Всем, всем здорово, кто присоединился. Всем приятного просмотра. Да слушай, ничего, нормально, жив-здоров, ну как здоров относительно. Ну вот, опять, как бы на работе немного подзаразили, вот. А на это какого, вроде такое, ну не легкий насморк такой, простыл, грубо говоря. Но вот наряду с этим воспалился опять этот конченый, как его, хронический тонзиллит. И опять просто кашель убивает. Ну не сам кашель, а вот в горле начинает першить, начинаешь откашливаться. И все, и каждые 5 минут кашляешь, и все. Сейчас вроде полегче, вот, в принципе, и решил постримить. Вот, потому что до этого это было вообще невыносимо. То есть сидишь, молчишь нормально, чуть начинаешь говорить, и все, и кашляешь за кашлем. Так вот, я качаю. Нет, просто сам факт того, что видишь, я не знаю, в кросс-классе вообще открывается элита или нет. Вот в чем прикол, что есть ли смысл прокачки этого. Может быть, я просто тупо трачу сейчас время, качая ближний навык, от которого как бы толку-то никакого. Нет, вот этот просто баф нужен, критический. Вот, и не факт, что он в крице, в этом, в кросс-классе откроется. Ну, заводы они такие, там один заболевает, и он вместо того, чтобы идти на больничный, он будет ходить до последнего, там, кряхтеть, пердеть, и все в таком духе, заражать других. Соответственно, мне это вот отношение вот это вот людей просто выбешивает. У них у всех логики, ну, у меня же семья, мне кормить надо. То есть, чисто такие единоличные, всем пофигу. А то, что вот, причем это уже не первый раз у нас, вот один и тот же человек приходит, и вот все, после него все сразу же так же заболевают разом. Только все в разной форме. То есть он обычно ходит, кряхтит, но там что-то не помирает, ходит на работу. Я, например, ухожу на больничный, то есть, ну, мне приходится уже уходить на больничный, потому что мне как бы, ну, здоровье это поважнее будет, чем деньги. Вот. А и тут он вроде не сильно заболел, а всех заразил, а у меня одно на другое наложилось, и вот те приехали, ё-моё, тоже. Вот. Но благо, ни температуры, ничего нет, так-то просто. Ходишь, в основном кашле мучаешься. Думаешь, откроется? Ну, давай, вот, качаю. Ну, сейчас для разнообразия чуть-чуть покачаю, пойду в это, в краге качаться, потому что как бы... Такое себе смотреть народу, ну, тоже скучно будет, соответственно. Где я одно и то же действие делаю, там хоть как бы это... Для разнообразия, так сказать, будет другие мобы. Ну, то есть там покачаюсь непосредственно сам, тут немного ББ навыки покачаю. Потому что я думаю, может мне бижу приобрести. Ну, вот, конечно, жаль 900 шопа выкидывать. Как бы его и так все меньше и меньше. Так, ближний навык есть, еще 16 осталось. Либо сгонять на аукцион, посмотреть. Кстати, я был вроде там, не посмотрел. Есть ли вообще, может, 45-й пух какая-то ББшная? А, так она и так 45-я, в принципе. Та 40-я хотя бы. Заточенная. Либо самому вообще ее точнуть. Чтоб не этим тыркаться тут. На топ-проекты гамуть будешь? А что за топ-проекты? Я просто не в курсе. Да это из разряда, я же мать сам таких не люблю. Да-да-да, так это вот и бесит, что
На всех производствах, вот сколько бы я ни сталкивался, такая вот фигня происходит. То есть все заболевают, и сразу же самое, причем интересное, у них как мания. Вот они заболеют и сразу и бегут общаться ко всем. Ко всем бегут общаться. То есть, ну ты заболел, ты, я не знаю, отойди подальше, поменьше общайся с кем-нибудь. Нет, как специально, все идут, еще и общаются, кашляют, у них спрашивают, ты что, заболел? Да, вот, прихворал чуть-чуть. Я говорю, ты какого лешего, ты подходишь, ты, говорю, иди, отойди от меня нафиг, занимайся своими делами. Говорю, что творишь-то? Да ладно, да все нормально будет. И в итоге ты на больняк, а он к этому времени уже выздоравливает. Думаешь, ну, блин, мозгов вообще нет у людей порой. Так, я сейчас так читал. Да, нормик это контент. На плюс 4 не горит. Дело-то не в том, что плюс 4, а в том плане, что талики на вес золота. Мне вот, в принципе, тут можно почистить. И талики вроде как должны быть. Ну давай, кстати, наверное, так и сделаем сейчас в ГШ. Попробуем действительно. Посмотрим, сколько она стоит сейчас. Вот, и если нет, то попробуем точнуть. Опа, это что-то над ним за аура такая, еще и кривая. Так, скоро дерево. Ну как скоро? Через 45 минут. Да, народ, конечно, просел, ничего не скажешь. Ну, Ванька, что поделать? А, ну Цербаркс сто идет в лес. Вот на банан не успел, пока освобождался. Понял. Слушай, ну на сотке я не знаю. Вот я сейчас зашел, там вообще тухляк. Но опять же, это сотка, это более вечерний сервак. Но если учитывать, что сейчас выходной день, как бы это удивительно на самом деле. Хотя, с другой стороны, блин. Так, что там, пика нужна, да, копье? С другой стороны, это пес его тоже знает, на самом деле. 5 кака. А что так дорого-то? Интересно, сколько нового торговца стоит? Ладно, сейчас посмотрим. Вообще нету. Так, ладно, давай меч посмотрим. Двурук. Во. А, ну опять же. 10 атакующих способностей. Пятерка, в принципе, стоит, да? 45. 2. 2 100. 2. Так, ладно, двурук, топор, булава, молот, копье. Слушай, двурук на самом деле можно приобрести, что он тут пятерку стоит? И самому, в принципе, не париться. На плюс 4 точнуть, еще 10 атаки, давай, пусть будет. Всех денег все равно не заработаешь, валяются. Так, 41.40, давай глянем. 15. Тоже двурук. А чё, кто тут фанат-то по этому двуручному-то? Так, с ракет, да? Слушай, а может быть и не париться, взять его, да и все. Глава молот. Конечно, 1700. А двурук на что-то заточен? Да давайте, ладно, возьмем, да и все, не будем париться. Вот и все. Отлично, где ты тут? Чего-то, ну? Вот его давай возьмем. И действительно не будем париться. Все отлично. Вот так вот. Пофигу на эти деньги. Сколько там? 46 есть, ладно. Бери двурук. Сейчас за сишаком сгоняю, приду. За сишаком, сишак, сигами. А, за сигами. Копа только. Ну, копа, видишь, она не то, что выручает, она же этот. Как его? У нее верх больше, чем у всех остальных. Ну, плюс 4 есть, и ладно. 200, 2400. Нормально. Исток. Ну-ка.
Ну, у них, видимо, анимация с этим одинаково, с поддоном. Этот я пока не могу одеть. На него тоже он, когда вообще плюс 6, он прям шикарно светится синим. Так, а что выпало? 41. Магия навык. А, ну все, это уже неинтересно. Так. Слушай, ну неплохо, фармим. Потихонечку еще и фармим. Главное, в минус не уходим. Остальное ладно. Так, Т4. От 1 до 3 штук. Неплохо. Вообще 53-я палка. Ну, до нее, чувствую, я не доживу. Так, полтинничку уже, да? Мне еще до этого сколько? 18. Угу. Кстати, на Сарбаке я еще ни разу не был, на самом деле тоже было бы интересно на него залететь, посмотреть. Так, сотка идет в лес. А чем тебе, кстати, сотка-то не нравится? Я, правда, не знаю, какой там сейчас онлайн, на самом деле. Сейчас же все-таки еще и рефреш открылся. Мне вечером не зайти, не посмотреть. Если то как-нибудь на выходных. Но на выходных такая погода, за компом сидеть тоже мало приятного. Лучше погулять, на озеро сгонять, покупаться. А, за шуб. Ну, слушай, да тут, в принципе, ну, шубы, по-моему, в меньшинстве, если не ошибаюсь. Надо не посмотреть. Тут в основном идут. Ну, хотя там, в принципе, плюс-минус, я смотрел, акры с белками одинаковые. Тут корп больше всех было. Вот. Хотя по последним стримам что-то нейрогенез говорил, что вроде как акров больше становится. Но вот запустил лаунчер, вроде бы так и осталось, что корпа больше. Но опять же, не факт. Сейчас утро. Может, просто коры более усидчивые такие. Ну, да. Но цербак, видишь, просто он открывается, а сотка-то уже давно открыта. Как бы вот. Блин, это вот привычка дурацкая, клацанье этого. Так, прокачка, в принципе, быстрее, я так думаю, не будет идти, да? 1.03. Хорошо, я вот только быстрее убивать буду, а так разницы особо, наверное, никакой. Да, в сотку приходится вливать, потому что, как ни крути, серак-то уже давно создан. И он не вайпится. Ну как не вайп? Считай, каждая обнова все-таки плюс-минус какой-то вайп считается. Вот, а Сарбак все-таки с нуля поинтереснее будет, не спорю. Не успел скилл откатиться, блин. Так, а на этот, на хипс, на рефреш нет желания залететь-то? Он вроде тоже недавно открылся. Вроде туда ты еще успеваешь. Так, 51. О, тут уже 41, нормально. Еще 5, по идее, и должно открыться. Если все правильно. Блин, я бы, конечно, на дракончика бы так покачался, но я не выстою, к сожалению. Давай, давай, Ренат, спокойно тебе отработать. Блин, тоже в воскресенье, да, работаешь? У меня-то в ночь сегодня, с воскресенья на понедельник. Все, от души за поддержку, за лайкос, спасибо.
сейчас подкрадемся и вот так тебя на нафиг. Не ожидал, да? Так, защита еще качнулась. 86. Да, вот они, будни труженика. Бегаешь мобов одних и тех же. Мутузишь. Пока не прокачаешься. Ну, чё ты? Такое ощущение, что у меня какой-то тоже какая-то задержка сервака. Стоит, что-то смотрит, потом раз, вроде скилл проходит через какое-то время. Хотя должен быть, ну, в разы быстрее проходить. То есть более это раньше. Потому что как бы нажимаешь и идет задержка. Какие-то подвисания или. Ну, просто опять же, может быть, этот интернет такой. Тут даже дело-то не в серваке. Так, лучше гол на новый сервер, тут онлайна вообще нет. Здорово, Виталий. Ну, видишь, с моим онлайном смысл-то прыгать по сервакам. У меня ни тут, ни там, нигде не будет. Вот. Да и плюс не хочу, честно говоря, скакать. Тут уже более-менее хоть какие-то, знаешь, есть цели там, полтинник достигнуть. Вот. Посмотреть пушку себе. А на новый сервак, ты про какой имеешь в виду, Виталий, сервак новый? У меня сейчас вообще, честно, желания-то как такового играть-то нету особо. Сейчас говорю, сейчас такая жара. Это вот сейчас я после дневной, перед ночной встал, чтобы, ну, потом перед работой, пораньше встал, чтобы затравил. Перед работой поспать. Вот, и, в принципе, вот и зашел поиграть. А так, что-то прыгать, скакать опять по сервакам, не шибко-то хочется. То есть, в этом плане это вот у этого... У Венера контент, он как бы это обозревает эти все сервера, вот, что кому-то может приглянется, а мне-то в принципе зачем это? Он, у него, во-первых, и время есть, и плюс он на этом зарабатывает, то есть, соответственно, ему есть куда, ну, тратить время свое. То есть у него и стримы по 5 часов, там по 5, по 6. Вот, то есть он заходит и за один раз он сделает то, что я, допустим, может быть, за неделю сделаю. Вот, поэтому, ну, смысл мне этим заниматься. Тем более мне и этот, в принципе, сервак более-менее зашел. Ну, только что народу нет, так опять же, толку мне от этого народу. Я все равно не этот, как его, на ЧВ не успеваю, на ПБ никакие не успеваю. То есть тут чисто... Отдушина, так сказать, после сотки не такой кач идет. Вот, кач, мобы, квесты. Вот. Поэтому я-то, у меня нет никаких погонь там за онлайн, там еще за что-то. Мне-то пофигу. Я хоть даже, честно, хоть один бы играл здесь. Вообще было бы пофигу, на самом деле. Вот. У меня-то нету никаких целей, как вот, допустим, у Нейрогенеза, вот он там 65 взял, он и на ЧВ ходит, там и на ПБ ходит. Ну вот, я-то никуда не хожу, мне это смысл это онлайн. Так, видел вчера на мини-обзор у Нейра на новый сервак с магистром и новыми локами. Вот, я сейчас перед тем, как запустить, пока у меня все обновлялось, я заскочил, вот увидел стрим, но я тоже не понял, что там конкретно нового. То есть, да, видел новые локи, новые новых мобов. Вот, но я так перемоткой посмотрел, то есть будет время, я потом более конкретно гляну. Но опять же, не знаю, у меня пока нет желания скакать. У меня даже не то, что скакать нет желания, у меня нет желания сейчас пока в такую жару даже играть. То есть сейчас пока утро, еще не так жарко. А так вот я в этот Форзу поиграл чутка, у меня тут в комнате такой Ташкент. Это со всеми открытыми окнами, у меня-то ни кондиционера, ничего нету. Сидишь тут, вот просто 7 потов с тебя сходит, и думаешь, так фью, нафиг, какие игры. Пошел тут же в душ мыться.
Так, о, агро, здорово, здорово. Так, банана топ, лучше других серверов, потому что тут хотя бы играет Европа, а на новых залетают РМТшеры 2 недели и все офф. Ну, да. Но для этого, видишь, серваки и открывают для таких людей, чтобы, грубо говоря, они убивают двух зайцев. То есть, соответственно, и люди на их серваках деньги делают, и они, соответственно, за счет них делают онлайн на серваке и этот... И тоже бабло поднимаю, скажем так. А тут почему люди не играют? Я говорю, просто люди сами на самом деле уже не знают, чего хотят. Вот придут, поиграют, а не нравится. Придут, поиграют, а тоже не нравится. То есть у всех, знаешь, это как вот в свое время ты посмотрел фильмы, допустим, в детстве, да, тебе понравилось, и такое, да, круто, офигенно. А потом спустя года думаешь, дай-ка посмотрю, ведь офигенное было кино. Смотришь, а ты понимаешь, что оно настолько просто, ну, сказочное, и ты такой, да ну нафиг, пусть будет лучше в воспоминаниях останется. Так же и тут, тоже кто-то в какие-то года играл на каком-то серваке, у него в воспоминаниях осталось, и вот он все пытается, грубо говоря, прыгая по серакам, найти это. Вот. Ну, а другие, конечно, деньги зарабатывают на серваках, поэтому... Тут не угодишь никому. А, да он и рефреши поиграет. Слушай, да нет, желания, честно, нету. Я прошлый рефреш опоздал, видишь, там же надо... Там очень тяжко. То есть это не банан, где ты без проблем там ВК пробежал, пошел, тебя никто не трогает, все вместе качаются. На рефреше же надо постоянно играть. То есть там ты чуть уровень свой профукал, и все. Вот как в прошлый раз. Я решил по квестикам пройтись, вот так вот прогуляться, и, ну и что получилось? Я докачал до такой степени, что мне надо было в ВК качаться, и все. А там, во-первых, пока, дай бог ты добежишь, вот, чтобы тебя никто не убил. В итоге добегаешь, тебя в самом же ВК валят постоянно по КД. Все, а твоя раса уже где-то дальше качается, то есть ты проморгал уже эту ступень. И все, и ты по факту ничего не можешь сделать. Вот я поэтому прошлый рефреш, это одна из причин, почему я забросил. Потому что все, мне дальше в ВК надо качаться. Я для всех нуб, а меня бежит просто там ребята такие, на голову выше. В мою сторону просто плюшку, и я отлетаю, все. То есть мне не прокачаться ничего. Вот, поэтому рефреш я уже все, я покажу стороной. Плюс опять же рефреш, после даже вот возьми того же банана, это вот просто черно-белое кино ты будешь смотреть. Там же вообще никаких эффектов нет. Да, там прогрузка быстрая, офигенная, я не спорю. Но там ни эффектов магии толком, ничего нету. Там все это минимизировано. Вот, и вот после того же банана, например, я уже там играть не хочу. Да, купи просто вентилятор дешевый и поможет. Да не, ничем он не поможет, поверь. Ну, у меня на работе, знаешь, сколько этих вентиляторов, толку-то от них. У тебя точно так же просто горячим воздухом дует, и все. И разницы вообще никакой. Так, кстати, ты заговорил про фильмы. Про фильмы. Блин, я уже забыл, что я говорил про фильмы. Так, может, знаешь, кто фильм? Я был мелкий, его по телеку показывали. Там, типа, на другой планете добывали ресурсы, что ли, и случилось заражение, и все стали друг друга убивать. Фига себе. Да тут как бы половина фильмов с таким сюжетом, если честно. Заразились, все друг друга стали убивать. А что это, боевик, фантастика? Ну, то, что фантастика, это понятно. Блин, я даже не знаю, о каком фильме речь. Просто тут даже половина современных фильмов с таким сюжетом, плюс-минус. О, 42 уже, отлично. Еще 4. По идее, 4. Может быть, раньше откроется. Было бы неплохо. Так, давай чуть-чуть. Так, как бы тебя получше-то сделать. Вот, вот так хотя бы на одно, чтобы видеть. Блин, ты что тут делаешь со своим полтинником? Иди отсюда, не мешай. Вот это, конечно, красота.
А у него пески что, не до конца прокачанные, что ли? Блин, ну пришел. 6800. Блин, конечно, магия красивая тут. Ничего не скажешь. Хотя, походу, я поиграл тут. Надо на К2 лететь. Походу, не дадут уже покачаться. Мне, честно говоря, без понятия вообще, о каком фильме ты говоришь. Блин, ну неплохо, я все равно, худо-бедно, я еще и фармлю вдобавок. Прокачка, конечно, долгая. Это чисто тут вот разговорный стрим можно делать на таких моментах. То есть тупо одно и то же делаешь, и, в принципе, вот тебе разговорный стрим. Чанский, так сказать. Ярость Марса. Ничего себе, я такой фильм давний, это не помню. Я вот помню офигенный такой этот триллер космический тоже. Там типа тоже они в космосе летят. Это вот на уровне этих было фильмов «Чужой», когда все это выходило. Там получается они в космосе, тоже корабль что-то там бедствие подал. В общем, суть в том, что в корабле было какое-то ядро. Вот, и оно людям, короче, что-то там вселяло ужас или что-то такое. И вот они там сами себе, там, допустим, глаза выцарапывали и все в этом духе. Тоже не помню, как называется, но, блин, фильм для своего времени стрёмный был. Вообще, раньше фильмы, блин, с душой делали. Сейчас тупо компьютерщину лепят. Я тут 10-й «Форсаж» глянул, это все, это «Туши свет». Это такая дичь просто несусветная. Так, а с Хэви гоняли Кору, два спеца, и он сквозь горизонт. Вот, точно, Хипс. Блин, точно, сквозь горизонт. Офигенный фильм. По крайней мере, не знаю, как сейчас, но раньше, блин, офигенный, стрёмный еще был. Блин, походу придется на К2 лететь. Просто можно на Илан слетать, но там, блин, эти жучки конченые, опасные. Там, если их не убьешь, постоянно очковать. Там-то они быстро, в принципе, убиваются. Но там большой шанс откиснуть. Кстати, а можно ведь в ВК на самом деле, да? Ну-ка, давай мы на РБК сгоняем. Там же тоже можно, в принципе, плюс-минус качаться-то. Так, с Heavy Core, два спеца. Блин, слушай, честно, не помню. У меня что-то вот с этим графиком, на самом деле, вообще память стала печальная. Вот именно с этим. То есть я в свое время грешил на этот график неделя-день, неделя-вечер, неделя-ночь. Что типа там порой не помнишь уже нифига, как время пролетает. То с этим графиком что-то прям вообще я это теряюсь. Порой даже трудно вспомнить, что было вчера или позавчера. На X-то не заходишь. Почему? Вот я перед этим стримом зашел на сотку, я ж ее хотел постримить. Вот, а там онлайн 168 человек, и они все в ГШ. То есть я все локи пробежал несколько раз. Вообще ни единой души на локации нету. Там единственный там макар стоял возле этого болота в соусе, и все. И я понял, что ну нет смысла даже ее запускать. Вот сотку. Тут хоть что-то можно поделать, а на сотке, ну что, фармить что ли, бегать? Такое себе. То есть там... Все локации всякие были, вот я пробежал по бырому пару раз, и вообще тухляк полный. А, блин, квестик-то чё я не взял-то? Квестик. Да хотя ладно, потом возьму. Я в ГШ буду, потом возьму. В принципе, он все равно успеет откатиться, я так часто-то не захожу в игру.
Так, как вообще там сейчас, какая раз доминирует? Не знаю, Виталий, честно. Потому что вечером я не попадаю на сотку, чтобы, ну, посмотреть действительно онлайн. Потому что сотка это все-таки вечерний сервак. Вот, там в основном заходит и чисто когда это, ну, какие-то мероприятия. То есть ПБ, ивенты, там, ЧВ. В основном там все ФКшат. Вот, либо на этих, на двух блоках каких-нибудь стоят и все. Поэтому ничего сказать не могу. Ну, онлайн, я думаю, в любом случае просел, потому что рефреш открылся. А рефреш открывается там, хочешь не хочешь, на сотке всегда просадка идет. Так, ГМ чего? А, ну, призывы и маги, понял. Так, вот там я за СПД от кора получил третий бан, хотя его не было. А, даже так? А что тебе из-за... В саппорте ответили за что? За АСПД. АСПД. А что такое АСПД? Не можешь расшифровать? Откор получил третий бан. Видишь, некоторые моменты на сотке еще, кстати, надо оспаривать. Вот в свое время из-за интернета были эти, как у... Телепортации. Я понял в свое время на форуме чувак, ну не на форуме, а чувака просто в бан отправляли, и он, помню, через форум даже доказывал этим. Блин, кстати, тут не туда я немного забежал. Вот, он через форум даже доказывал, то есть он выкладывал два видоса, вот, что как, насколько его откидывает. Вот. Что типа админам пофигу на эти видосы, и вот он пробовал помощи в этом на форуме. Но это давно очень было. Вот такая фигня. И после этого, в принципе, я уже больше не сталкивался. Не видел, чтобы что-то было. Чтобы кого-то там за что-то банили и, ну, грубо говоря, не за что, чтобы они там жаловались. А, призраки Марса, ничего себе. Блин, надо будет... Дай-ка сфоткаю название. Мне даже стало интересно, это что за кино такое? Я еще помню, какой-то фильм тоже был. Ну, он такой не многобюджетный. Тоже они там типа телепортируются на какую-то свою станцию космическую, а там инопланетяне, короче, грубо говоря, превращали, ну, убивали людей и превращались в них, грубо говоря. И вот там, по-моему, блин, я уже, честно, даже и захочу не расскажу. Даже сам сюжет фильма, в чем прикол был. Но задумка тоже такая неплохая была. В конце развязка тоже такая нормальная. Так, спрашиваю, зачем вообще я про него вспомнил? Надеялся, что хоть что-то смогу вспомнить. Прикольное кино, блин, надо будет так глянуть. А кто-нибудь помнит еще кино-то? Тоже типа на другой планете. Там эти... Люди против маленьких этих роботов-то из-под земли воевали. Вот. В итоге там оказался выживший мужик с женщиной. Вот. И они, грубо говоря, к единственному челноку спасательному пробирались. Вот. То есть он в нее втюрился, у них там любовь-морковь, все в таком духе. И в конце уже, подходя к кораблю, им навстречу выходит, ну, тоже женщина. И, как выясняется, она андроид. И она ему раскрывает, типа, глаза. Ну, она злая, типа... Не, не Дум точно. Вот. И она ему типа раскрывает глаза, что типа он втюрился в андроида. То есть то, что она тоже робот. А, Крикуны, по-моему, назывался фильм. Вот. Вот я помню, я только первую часть смотрел. Там еще вроде вторая, третья есть, но дальше не смотрел. Тоже для своего времени такой ничегошный фильм был. Звездные врата Атлантиды. Слушай, ну сериалы, блин, я не хочу смотреть. Во-первых, слишком много времени тратят.
Вот. Во-вторых, блин, у меня столько отложенных еще сериалов. Я и сериал даже «Король и Шут» еще не посмотрел. Вот, хочу посмотреть все. Времени нету. Вот, поэтому сериалы я стараюсь даже не трогать, потому что у меня фильмов то куча не просмотрено, не то, что там сериалы. Так, что там 54? Так, до сих пор 42. Кстати, Doom изначально мне не понравился, когда я смотрел этот фильм. Я думаю, что за убожество сняли. А сейчас вот пересматриваю. Блин, слушай, да и ничего. Так сняли даже очень неплохо. Так, по 4, да, вот так давай. Все-таки у меня какая-то вот этот, блин, странное отношение. Вот у меня что в играх, что в фильмах. Бывает, если фильм понравился сразу, ну, либо игра, я прям в нее утопаю, и потом она мне быстро надоедает. Вот. А бывает, что наоборот, она мне долго не нравится. Думаю, да что за хрень? А потом что-то как-то начинаешь, то зацепилось, все зацепило, и все, и ты прям теряешься в этой игре. Но также и фильмы некоторые у меня бывает такая же фигня, по той же схеме. Поначалу не, ну, посмотрел, думаю, да что за говно я посмотрел. Это как вот я дома решил в пиратском качестве, не дождался посмотреть эти Мстители. По-моему, Эра Альтрона, что ли, последний, или как там? А, нет, последний Марвелский вот этот фильм-то, киновселенная, когда они завершили-то, когда там Танос они мочканули. Вот, я не дождался, решил посмотреть в плохом качестве. Я сидел, смотрел, думал, какое говно сняли, вы что, серьезно, что ли? Что это вы, короче, просто забей. А потом что-то гулял, делать нечего. Ой-ё, согрел, да? А нет, нормально. А потом сидел, думал, блин, делать нечего, и как раз в кинотеатре шел фильм, думаю, да пойду схожу, посмотрю, что, авось зайдет. И в кинотеатре просто забей, мне не оторваться было. Я думаю, офигенный вообще фильм. То есть именно вот эта вот разность качества повлияла, видимо. То есть фильм-то, может быть, так и остался не очень, но вот разница, в каком говне я его смотрел, и после в кинотеатре, мне так зашел фильм, я думаю, нифига себе, все, с тех пор я думаю, нафиг, пиратские фильмы, ну, в плохом качестве смотреть больше не буду. То есть это я уже не раз сталкивался с тем, что смотришь, да фильм говно в плохом качестве, а потом в хорошем посмотришь, блин, слушай, да ничего, так фильмец. Да, крикуны, да, совершенно верно. Так, Звездные врата, Нормик. Так, а на банане имбелки есть? Здорово, воин. Да, есть. Их ровно столько же, сколько и акров. Кору вроде как поболее. Просто, видишь, я не знаю, в каком... Какой онлайн вообще на серваке тут топовый, потому что я в основном либо утром играю, либо утром. Вот, а утром, сам понимаешь, на любом серваке онлайн всегда меньше, чем вечером. Вот. Единственное, да, он немного попросил. Раньше тут утром стабильно в районе 400 было, сейчас в районе 300 онлайн. Вот, но опять же, не надо забывать, сейчас все-таки лето. То есть летом вообще, как бы, если есть хоть какой-то онлайн на серваке, то уже как бы большой плюс. Вот. Кач тут, в принципе, быстрый. Особенно если ты найдешь с кем покачаться, кто тебя качнет до 50 в лед. В основном старайся, если будешь кого-то делать, то чтобы можно было делать кросс-класс полноценный. Потому что тут без кросс-класса, в принципе, делать нечего. Потому что тебе нужен в основном тут крит. Крит, делаешь все на крит, и, в принципе, тебе больше никто не нужен. Ты в одну каску можешь все это делать. То есть он может посмотреть того же нейрогенеза, то есть он... В основном все на крит точился и сам там мобов собирал и качался без каких-либо проблем. Единственное, конечно, ему очень везло, у него пушки и на плюс 7 точились, но опять же там огник точился. Пулик-то я смотрел, у него тоже на плюс 5, на плюс 4 вроде был, или на плюс 5. Да, чего, игра? Что там для контента? Делать мяу, так а там, слушай, там бабла надо немерено. Вот. И видишь, почему я не хочу еще мяу? Блин, мне не нравится управление. Почему-то оно
у меня не проходит. То есть ты в мяука садишься, там надо во время мяла на аж прожимать. И у меня постоянно, это вот на сотке я сейчас за мяу не хочу играть, потому что у меня не получается, то есть в нее нормально сесть. А управление, которое у меня было сделано, то есть я в мяу садился, мне ничего переключать не надо, мне до сих пор не восстановить. Я не помню, не могу сообразить, как вообще я это сделал. Я тут пытался снова сделать такое управление, но у меня все кнопки перекликаются. То есть я жму одну кнопку, а у меня две сразу, или того три вообще срабатывает. Вот. А так тут для мяу это надо это бабла дофигища. Я ж смотрел, как люди тут это мяу делали. И опять же, видишь, мяу это опять спец, это опять ограниченное число скиллов, это опять я пока прокачаюсь. Так-то на самом деле интересно, мне мяу тоже нравится. Но видишь, на мяве ты никакую пушку себе цешную не сделаешь. Там, в принципе, тебе шмот-то особо не нужен. Ну и там, кстати, сразу надо делать пулик на крит, сет на крит и пошел фигачить. Не знаю, слушай, может быть, кстати, и сделаю. Сейчас, видишь, я хочу вот, понять, будет, откроется у меня крит и поиграть на мага-танке. И до 50-го докачаться. Вот докачаюсь, там, в принципе, можно будет тогда попробовать непосредственно уже и этот. И белку мяву. В таком случае. Ну вот. Спец я уже, в принципе, посмотрел, что из себя представляет. Единственное, конечно, не посмотрел, что из себя туры представляют. Потому что там слишком это дорогое удовольствие, эти туры. А денег у меня, к сожалению, там особо-то нету. Вот были бы деньги, я бы там туры бы купил. Моего уровня. Вот затестить бы. Так. Сейчас, ребята, я все-таки зашу, пойду. Надо еще контент сделать. Так, оно тут с генератором бегает, как будто под ПДД. Серьезно. Тут изи получается сделать. Почему тут все работает? Смотри. Работает оружие с заточкой. Сет тип С, урон и... допинги. А, ну ты имеешь в виду, то есть и в мяу садишься, то есть там пушка роляет, да? На заточку. Или что? Я просто не знаю, как тут... Тут для меня сервак новый. Тут что-то... Какие-то новые механики для меня. Вот может просто что-то я не знаю. Понятно, в щит вообще не хочет попадать. Так, работает оружие с заточкой. Сет тип С, урон и допинги. То есть хочешь сказать, мяви это какого? Дополнительный урон дает тот, в котором ты шмате и пуха? И что? Я 50-й мяу и сливал 53-й сет. А сколько бабла у тебя ушло на эту мяву? Все на банане пашут, я не просто так иду. А, вот оно что. Слушай, ну надо тогда хотя бы этот... 50-ю кору сделать, посмотреть. Я просто хочу полтинничек, лопату эту. Попробовать мага-танком. Вообще я хочу вот это проверить. Откроется конченая элита или нет. Вот, и попробовать мага-танком. И уже после этого, в принципе, можно тогда и за белку поиграть. Блин. Там просто хипс. Если будешь за белку играть, тогда шмот. Там ББ или ДБ не выбрасывай. Вот. Я тогда заскочу. Тебя немного раздену. Ну, не тебя раздену, я имею в виду. Просто тогда там по паре шмоток. Если не нужно будет, просто даже в коробках. Вот так вот. Не выкидывай. Чтоб не выбивать, тогда сет все сразу более-менее сделать. Просто, грубо говоря, проспидранить так же. Ничего не качать, так чисто мяу, если. Но обещать не буду, конечно, блин, не хочу обещать ничего. Сейчас говорю, с таким онлайном-то, с моим, особо-то не наиграешь. Так, 43. 3 осталось. По крайней мере, надежда есть на 43. Да, и сет, так, сет, оруга, бежат, доп, дают бонус при гене. А, понятно. Я себе... Кстати, что там с Айсом?
ты же с админом вроде на голосе был. С Айсом? А чё за Айс, Хипс? Я чё-то не совсем пойму. Ну, Ак, на самом деле, не очень-то хочется, потому что... Хотя, фиг его знает на самом деле. Может быть, если... Не знаю. Ну, просто Ак, смысл-то какой? Просто показать? Вот. А так хочется все-таки самому немного прокачаться, посмотреть вообще, как тут на будущее даже для того же. Если мало ли, когда еще на банан заскочу. На будущее вообще посмотреть, как сама мяу качается, как что делается. Вот, ну, в принципе, да, так-то, если что, для обзора, если прям вообще не будет времени, можно будет погонять, глянуть, что из себя мяу представляет. Просто, видишь, блин, я ни на один замес не попадаю, к сожалению, по своему онлайну. Вот это минус. А, да ладно, я еще и промахнулся, ну, зашибись. Вот это номер. Не совсем понял, Хипс, что за Айс? Что-то я не могу вспомнить. С админом я единственное списывался, это с Колтвара. Вот. Как-то он частенько заходил на стримы. Вот. Списывались. А с этим админом я так, если мало какая ошибка, проблема, вот я в этом, в Discord списывался. Если он, конечно, там не спит или не отвлекается. Ну вот, обидно, конечно, что он не стал все-таки переделывать, что у Корты покупаешь вот этот за шоп, где он тут, кристалл. Он все-таки временный. Вот это вот, конечно... Ой, блин, кашель конченый. Вот это, конечно, обидно. Вот именно вот с моим онлайном это обидно. То есть за КК... Фиксим, пусть был бы временный. А вот за шоп обидно, что он тоже временный. Опа-ну. Это что такое выпало? 45, ну-ка. Опа-на, пулик выпал. Офигеть, в кои-то веки гаттл выпал. Нормально. Так, не спи, иди сюда. Так, сейчас я бафнусь. Погоди, пожалуйста. Колтвар, да, я с ним как бы... Он бывает заходит, напишет. У него ник еще что-то дом Периньон или что-то такое. Или дом, милый дом, что-то такое. Ладно, чё на то сдал? Блин, слушай, Хипс, честно, не помню, реально не помню. Я тут вообще полистал свои эти, как они называются-то, плейлисты. И я вообще забыл, не оказывается, я на это, в РФ-ку-то на многих, не то, что на многих, но на стольких серверах был, что я даже половины не помню, что я вообще когда-либо на таких играл. То есть... Реально забыл, то есть Cold War, ладно, я как бы не раз уже на нем играл. А вот там дальше еще, по-моему, 2 или 3 сервера было. Я такой думаю, нифига себе, я вообще даже не помню. Так видосы включил, посмотрел, так в итоге не вспомнил вообще, что это за серваки и когда вообще я в них играл. Вот, а стримы, в принципе, есть, так что возможно я это просто не помню. Либо просто надо посмотреть, если ты... По-моему, ты же, да, мне написал в этом, под видосом? Ник Железяк или как-то так. Вот ник вроде знакомый. Вот, причем, типа, на стриме он есть. Если стрим посмотрю конкретно, может быть, и вспомню. А вот так сейчас сходу нет. Система крафта. А, так это погоди, это на Cold War была система крафта. И брони, и боеприпасов, и оружки, все было.
То есть там, грубо говоря, глю, блюм, вот эти вот все комбинируешь. У тебя получается три этих покупаешь. Какого? Как они называются-то? Вспомнить бы. Ну, короче, штуки для крафта. Вот там боеприпасы себе крафтишь. Вот задумка. Нет, это на Колдваре было, по крайней мере. Задумка офигенная, я не спорю. Вот, ну, единственное, конечно, вот, что мне не понравилось, сделали бы четкое определение. То есть, такие-то ресурсы для шмота, такие-то ресурсы для пухи, такие-то ресурсы там для боеприпасов. То есть, чтобы каждый раз не вспоминать, что там, да как. Вот. А так задумка, на самом деле, мне тоже очень зашла. То есть, прикольно так. Берешь, крафтишь, то есть тебе не надо там выбивать их или еще что-то, чисто вот крафтишь. Тоже офигенная на самом деле задумка, и это вот, по крайней мере, на Колдваре я помню такое. Ну да, я помню, ник знакомый, но вот где и когда, честно, я уже не помню, потому что я играю на разных серверах, и как бы слишком много кто и добавляется, и с кем я играю, ну, к сожалению, всех я не упомню. Не, Серег офигенный, да. Единственное, там у него траблы случились. Там он говорит, что, в общем, короче, то ли его взломали, то ли что. Там, короче, чувак от имени админа начал рисовать персонажей. То есть шмотки, пухи, персонажей начал рисовать. То есть от имени администратора. Вот, и поэтому оттуда народ повалил. Я еще помню, я играл, и мне кто-то пишет, что типа вот, админ продался, типа там пухи, шмотки рисуют, и все в таком духе. Вот, я потом с ним списывался, он говорит, да, есть такой неприятный момент, причем это даже на стриме было, у меня, по-моему, он отвечал, что человечек какой-то нехороший. Вот, каким-то макаром, то ли, ну, взломал, то ли, ну, в общем, непонятно. Сделал вот такую вот пакость. Даже пофигу, говорит, что он рисовал. Сам факт того, что наличие вот этой опции, грубо говоря, портит репутацию сервера. То есть и народ, как бы народу очень много ливнуло. Да, понятное дело, что там единицы оставались. Вот, я помню, я заходил, но вот почему я ушел оттуда, не ушел, а забросил, я не могу вспомнить. Либо на сотке что-то появилось, и я там на сотку отвлекся обратно. То ли еще что-то, то ли другие какие-то игры появились, которые меня опять увлекли. У меня частенько такое. Вот на данный момент я опять Хогвартс Легаси тот же забросил. Вот. Хотя поначалу она меня очень сильно увлекла. Сейчас вот я немного забросил. Надо снова начинать вспоминать все управление, да добить. Там у меня 78% пройдено уже. Вот, хочется добить эту игруху. А то получается, это как книгу. Начал читать и забросил. А, слил меня на акуле, а потом увидел ник и стрим твой включил. А, ну слушай, да, было такое, что меня, да, кто-то увольнул, там потом на стриме отписывался, да. Ну, это как бы, да, не раз такое было. И здесь у меня такое было тоже. Вот, просто чуваки говорили, вот, хотели просто покрасоваться, тоже меня убивали. Ну, да, вот это вот обидно, конечно, потому что сервак там тоже у него неплохой. Да, онлайн, к сожалению, в разы меньше, чем здесь было. Но задумка самого крафта тоже, блин, мне очень понравилась. Тоже такое что-то необычное, так сказать. Да, я помню, что там онлайн у него люто упал. Вот, из-за этого инцидента. Вот. Но опять же, из-за чего? Из-за чего все случилось? Из-за игроков, по факту. Просто игроки захотели все и сразу. Вот и все. И спрашивается, для чего вот это вот,
Ну, вообще все это вот для чего? Чтобы, я не знаю, покрасоваться там, ну, максимум день. На больше тебя, ну, день, ну, два побегать. И что в итоге? Просто серак. Просто сами игроки даже, вот они покупают вот эту вот всю накрутку. Вот, ну, чего, на что они надеются? Просто покайфовать день-два и все, как бы, и... Да тихо ты, успокойся ты, отойди. Не тупи, пожалуйста. Вот, день-два, и потом просто это, как его, сервак умрет. То есть, ну для чего вот это вот делать, я сам не понимаю. То есть, фиг с ним то, что он хакнул. Но сами, я уже сколько раз говорил, сами игроки серваки портят. То есть, хотят все и сразу, поиграют, потом, о, да все, надоело, пойду на новый сервак. А потом заходит, о, да я играл на этом серваке, да ну, фу, фигня, ё-моё. Быстро закрылся, онлайна нет никакого. Так опять же, благодаря кому? Благодаря таким вот игрокам, которые хотят все и сразу, и потом, а, да нафиг. Вот и все. Так, ну там был я, просто не понял сначала, это ты или не ты. Да бывает такое, я ж на сотке так же играю, то есть я вообще настолько, ну не то что невнимательный, а когда начинаю играть, вижу противника, все, и у меня нет такого, что я там ник разглядываю или еще что-то, у меня сразу в башке как что действовать. Начинаю сразу панельку смотреть, переключать, бежу, в итоге там начинаю драться, и уже потом, когда, допустим, либо я убью, либо меня убьют, я потом уже только смотрю ник. Смотрю, допустим, бывало такое, что я одного и того же не раз убивал. Убью и потом только смотрю ник, такой думаю, твою налево, я ж его убивал. Как вот в Зе было на сотке. По-моему, на сотке, да? Или где? Блин, по-моему, на сотке, да. То есть я его на этих, на предах убил. Бегу наверх, раз опять чувак на меня бежит. Я такой, о, ну, сверху, я такой, даже без задней мысли, такой, о, начинаю с ним драться. Не помню, второй раз убивал, не убивал, и потом такой раз, такой, думаю, ну, логически начинаю рассуждать, думаю, блин, так это же чувак опять бежит квесты выполнять, и я его начинаю бить. Я такой, да ну нафиг. Ну, там, правда, единственное, я не помню момент, он первый начал бить или я. Но факт остается фактом, что второй раз убил и потом только посмотрел ник, думаю, да твою налево. Так что, в принципе, для РФ-ки это нормально. То есть, если тебя там убили один-два раза, как бы это и ладно. Это вот когда тебе действительно начинает мешать, просто по КД переливают. Ну вот это, да, уже начинает бесить. А так, все остальное, это игровой момент, все, это обычная РФ-ка. Как бы, тут ничего страшного нет. А, мобов дал добить. Понял, понял. Ну, тут тоже вот эта вот двойственная ситуация. Знаешь, я тоже сколько раз давал мобов добить. О, в надежде, что мы потом попупешимся. О, да ладно, мне тут дали наконец ресурс спустя столько мобов. Офигеть. Вот. И в итоге даю добивать, а противник потом просто берет и утекает, и убегает, и мне его не догнать. И вот в такие моменты думаешь, блин, вот вроде хочешь дать по-человечески человеку добить квест, да? А он после этого вместо того, чтобы подраться, вот. Либо просто стоит, дает тебя слить, спрашивается, зачем? Мне как бы просто слив-то не интересен, хочется подраться. Ну вот. Так что тоже такая двойственная ситуация насчет этого, что бывает тебя под мобами добивают, вот, некоторые ждут. То есть, да, когда паттер ждет или лампа, которая уверена 100%, что она тебя убьет, вот, и ждет, как бы тут только спасибо, конечно. Вот, потому что когда лампы не ждут, под мобами сливают, это такое себе. Потому что все-таки у лампы в разы преимущество больше. И когда она тебя под мобами сливает, то тут да, тут думаешь, ну, редиска ты нехороший. Не, так я тоже за честное ПВП, но просто понимаешь, когда это второй или третий противник, вот так вот, которому ты даешь добить мобов, и он текает, то тут уже, знаешь, просто хочешь не хочешь, уже психовать начинаешь, и просто бежишь уже, и из-за этого другие страдают, между прочим. Потому что ты хочешь честно ПВП, а по факту, блин, даешь противнику добить мобов, а он просто текает, убегает от тебя, даже не дает шанса догнать его. И ты такой, да пошли его нафиг, следующего убежишь, думаешь, ну все, сорян, братан, за мобов.
Вот, а так я тоже за честное ПВП. Но опять же, на сотке ты видел, сколько, ну, что дают эти честные ПВП. Сколько ты у меня раз было? Тоже ждешь, начинаешь дамажить, а они не раз сразу двое-трое челиков притягиваются. И ты такой, ну вот зашибись. Вот тебе честное ПВП. И в последнее время я тоже уже, ну, какого. В большинстве случаев просто отхожу. То есть, если я вижу какую-нибудь кнопку, то есть я ему даю добить и пытаюсь с ним-то подраться. И то даже не всегда убиваю, если он просто стоит, потому что, как бы, ну, это неинтересно. А так, в большинстве случаев в последнее время, да, тоже уже бежишь и уже тоже поступаешь, как все. Потому что тоже попадаешь в патовую ситуацию со всеми этими. Так, иди сюда. Так, не самое главное, когда ты пишешь человеку, добивай, давай ПВП, а он пати зовет на откате. Вот я тебе про это и говорю. Что хочется честного ПВП, а он просто кого-то, да, притягивает, либо текает. И ты такой, ну, зашибись. Либо когда один... Опа, ГМ. А чё ГМ? Чё там я ГМ апнул? ГМ. А, вот это ГМ, да? Все, это убираем, значит, это нам не надо. Это у нас уже ГМ полтинничек. Так, 44, 2 осталось. Надежда есть. О, у меня уже 43%, ну нифига себе я. Даю жару. Тот жопой не торгует, за там рока голосует. Блин, вот это маркетинговый ход. Так, погоди, еще что ли ГМ там появилось или мне показалось? Нет, показалось. Так, сейчас, народ, буквально секунду перифа. Мне надо шмотки рабочие из этого, из машинки достать, чтобы они к ночной смене успели высохнуть. А то я вчера на работе на перефасовку попал, блин, весь в этом продукте, в липком. Сейчас, буквально пару минут.
Так, все, я здесь. Продолжим. Так, два осталось, да? По крайней мере, надежда есть, что два осталось. Деление. Так, да не высохнут они, тем более заводские. Высохнут, высохнут. Там такая роба конченая, тонкая, как тряпка. Хотя, опять же, она, по идее, должна быть с пропиткой, защищать от попадания продукта, пропитки, ну, попадания на кожу, все в таком духе. А там такой материал, это конченый, дешманский. Ну, вот, предыдущий шмот был в разы лучше. Они вот перешли на новый. Причем вот реально такое ощущение, что китайцы его шили. Тоже нитки везде торчат, рвется моментом душ, ё-моё, вы что смеетесь? А после стирки так там вообще никакой пропиткой даже не пахнет, там просто как тряпка какая-то, так что нормально. Сейчас еще духота такая лютая, высохнут еще как. Тем более мне до работы-то еще сколько? Сейчас 9 часов, да? Я дерево просрал. Твою налево, а? Я профукал дерево. Капец, обидно. Так, 57. Блин, долго качается. Вот. Сейчас 9 часов, а мне получается на работу к 8 вечера. То есть на автобус к 6, но вот до 6 вечера-то они высохнут в любом случае. Так что ничего страшного. Ну, хватит мизать-то, ты что, издеваешься, что ли? Наркоманка. Так, пошли сюда. Блин, что-то хотел спросить по поводу сирока, кстати. Ой, прибежал горе, это какое-то. Я надеюсь, хоть не моб слил меня. 71, серьезно, и меня моб добил. Вот это классика, просто забей. Просто по классике добил моб. Офигеть. И спец нехороший. Не мог к 9 прибежать, чтоб я на дерево хотя бы успел. Так, да на нас всегда экономят. Я строитель 2 недели и звезда вещам. А носить их надо 2 года. Да, вот это вообще кора, да. Есть такое дело. Тоже типа зимние ботинки на 2 года выдаются. А там ботинки такие, там за год они так ушатываются. И ты такой, ну-ну, давайте, рассказывайте сказки. Надо делать списание. Раньше списания без проблем делались. Сейчас, чтобы ты понимал, я свои ботинки списать не могу, потому что там вплоть до генерального подпись нужна. Ты такой, вы серьезно, вы гоните, что ли? В итоге, чтобы ты понимал, мне уже месяц не могут ботинки списать. Вот, потому что тупо не могут еще пару подписей собрать. Вот. Вот такие вот приколы. Это вот по новым правилам. Я думаю, ну, Россия, что тут скажешь? Так, про шляпу выше прочитай. Ну-ка. Не понял сначала. Так, выше. Что там выше было-то? Так, да его базу хакнули. Не на мобов я дал тебе добить. Не как некоторые. Гринш, так, не самое угарное, когда ты пишешь челу, добивай ПВП, а он пати зовет. Так, да не высохнут. Да я все вроде прочел. Да, у меня все вроде прочтено. Вот он бегает. Жгут этот. Еще раз будешь убивать? А, все, ушел. Вообще, как бы он мог еще меня раз убить, потому что до этого моб
добил. Я вам просто не обратил внимания или что? Я вроде все прочел. Про вещи прочел. Про то, что высохну, тоже. Про угарное тоже. А, кстати, за Сирак-то не забывайте голосовать. Там вообще какие-нибудь плюхи за голосование дают. И когда голосуешь, какой надо ник вводить? Кто мне подскажет? Ник в игре персонажа, либо логин аккаунта. Потому что я вроде голосовал, но я до этого вводил что-то логин аккаунта. И в итоге голосование, типа голос прошел. А плюхи, я не знаю, за которые дают, не дают. Либо, может, просто в ЛК надо заходить, смотреть там что-нибудь. Просто что-то я это все так спонтанно делаю и забываю, и даже не смотрю дальше вообще. Есть какие плюхи за голосование? Нету. Дают что-нибудь, не дают. Так, 15, 15, 15, 10. Да, зашибись, я тут покачал, блин, сакром. Чё, редиска, пошли, договорим. Ё, нифига себе, добил меня, еще и процент снял. Кстати, ну-ка, это еще не ГМ, что ли? А, все, ГМ, да. А вот это, кстати, ну-ка. А это для пики, да? Блин, печально. Это для пики. Вот ее бы прокачать. Ну-ка, где ты тут? Пика-то? Где она была-то? Да погоди, ты не бей. А, погоди, тоже не для пики. А для кого тогда? А, для булавы? Серьезно? Или для топора? Плохо. Очень плохо, тогда придется это. А хотя, там-то мне зачем ее качать-то, в принципе. Мне же она нафиг не нужна, у меня первая прокачана. Мне во втором вот надо все качать. 5, 5, 5, но у меня все ровно идет. Хотя вот, по идее, надо, наверное, что-то одно докачать. 80, рассечение 90, да? Давай, наверное, рассечение будем докачивать. Генерат прокачанного этого. Фу ты, я уже испугался. Я думал, опять, наверное, микрофон забыл этот включить. Как на этом на Форзу играю. Сижу, там Маркус отвечаю, там, по-моему, Даниэль вроде был. Еще кто-то забыл. Думаю, блин, что молчат, вроде им отвечаю. А потом выясняется, что у меня микрофон выключен. Думаю, ну вообще великолепно. Вот ты что так критуешь-то? Иди сюда. Ну вот, давай только не миссы, пожалуйста. Так, а что у меня апнулся? А, бой, ближний навык. Все равно долго как-то качается. Я не знаю, я вот спецом, ну я правда спецом всеми видами оружия бился, долго качался, но там, блин, как-то все равно мне казалось, вроде побыстрее все-таки прокачивалось. Там у меня ББ почти ГМ навык. После таких серваков, конечно, на сотку возвращаешься, и ты такой, о, да, круто, типа, персонаж одет, с этими, с бежой, почти со всей топовой, там, по-моему, кроме у меня, по-моему, одной этой памяти, она 9-го. Вот, там и шмот плюс 6-й, ты такой бегаешь сразу, такой, после таких серваков, я не знаю, этим тупым персонажем ощущаешь. А потом просто встречаешься с чуваком с голдпухой и с голдсетом, и ты такой, ну да, пошел я нафиг. Сразу. Понимаешь, что тебе еще пахать и пахать тут.
Я вот думаю, дожидаться, не дожидаться, все-таки взять этот, как его, арбалет плюс шестой в грен сделать. Я что-то так со спецом хочу побегать. Не знаю почему. Попробую через мага... Ой, через мага, через это... Танка взять. Там, во-первых, ХП побольше должно быть. Пофиг, потому что от турок толку... Ну, турками, в принципе, я не пользуюсь. Хотя, в принципе, надо бы, по идее. Вот. Плюс, опять же, кокон этот в последнее время, от него толку вообще никакого. Максимум от кокона теперь толк, это вот пережить ядерку на ЧВ. Все. В принципе, больше от него толку никакого. Спасти он тебя вообще не спасает. Не зарекайся про сотку. Не заикайся, ты, наверное, хотел сказать про сотку. Фу, да? Админ офигел? Ну, я бы не сказал, что он офигел. Чем он офигел? Люди играют, аккаунты дорожают на сотки. Значит, в принципе, админ делает все правильно. То есть, если бы, понимаешь, аккаунты так дорого бы не стоили, то, в принципе, как бы... То есть, если бы они не были интересны, точнее, эти аккаунты на этой сотке игрокам, то, в принципе, они бы столько не стоили. Так что, в принципе, спрос есть. То есть, если цена такая на сотке, то, значит, и сервак там нормальный. Потому что на уфе-то тоже там цены были, будь иначе. Я помню, там у меня знакомая Мяу продала Мяу. Ну, конечно, понятное дело, что там персонаж точеный. То есть, она и бабло не уливала немало. Вот. И в свое время она там за 50 плюс, за 50 штук, по-моему, плюс там 50-54 тысячи рублей продала. Вот. И это уже, можно сказать, на загибающемся офе. А тут как бы соточка. О, нифига себе, ты резнулся поблизости. Ну вот, а если на сотке уже такие цены на аккаунты, то как бы, значит, они чего-то достоят. Смотри, спецкор онли, лук, ZBB. Слушай, да, как бы спецкоровский офигенный. Единственный минус, вот я когда играл за спеца Коровского, я заметил, это то, что твой покемон, он тупой. Он реально тупой, то есть, ну, даже не то, что тупой, у него радиус дистанции ограниченный. То есть ты стреляешь, допустим, да, с лука, а противнику надо, грубо говоря, побежать, ну, на пол твоего выстрела, чтобы та же Изида начала его лупить. То есть, если слишком близко, надо подходить, подставляться. Вот, пожалуй, единственный минус. Ну, а с другой стороны, как бы это был, наверное, слишком имбой. И да, у Акров, конечно, вот этот мне еще момент не понравился. Я не знаю, почему я его раньше не замечал. Я тут у Хэви спросил, он говорит, ты говорит, прикалываешься, типа так всегда было. Но вот я только вот недавно заметил, что получается дистанция греника в половину раз меньше, чем ДБ оружия. И я такой, когда с этим столкнулся, думаю, чего, блин? Это что за фигня? Я не знаю, почему я до этого с этим не сталкивался, но вот факт остается фактом, что белка ДБ меня просто на дистанции критует, а мне к ней даже с греном не подбежать на дистанцию, и все, он меня просто тупо, пока я до него бежал, там ковылял. Я просто этот кис. Обзор. Да, взгляд истинный вешаю. Так а мне, в принципе, больше тут нечего качать. Это у меня висит. Вот, щит этот. Дальше что тут? Вот эти умения мне, в принципе, не надо качать. Ну, я их так, конечно, качаю, но от них толку-то никакого. У меня вот это-то уже открыто. То есть мне по факту надо вот это прокачать. И по факту... А, все. Смотри, рассечение шестой уровень, да? Так, сколько? 44. Мне теперь, по идее, вот эту надо фигачить до 6 уровня. То есть я по факту просто забиваю эту фигню. По факту там нет, ничего толком-то не надо. Не надо только вот два сломанных вот этот щит и контра вот это. Все.
Да, так слушай, я первый раз, говорю, с этим вот столкнулся, с этой фигней. И честно признаться, здесь меня тоже Грен разочаровал на этом серваке. То есть вроде у меня 50 уровня. Там какой у меня? Тип Д плюс 4 вроде. Тип Д, и он очень мало дамажит по мобам. Я, конечно, понимаю, что типа спец все-таки это, ну, за счет тур. Ну, как-то, конечно, хочется, чтобы он подамажнее. Тип Д плюс 4, все-таки там, по-моему, сколько, 45 дамага. Хотелось бы, чтобы все-таки бил по это побольше. Ты долго миссить-то планируешь вообще? Алло. Так ты печаль. Мне, конечно, все-таки бы туры бы попробовать. Но туры там что-то слишком дорогие. Просто смотришь у того же Неро, там у него 1КККК, и ты такой думаешь, чего, блин? А потом смотришь, он делает этот, как его, крафтит, и где там одна операция чуть ли не по 200 лямов, или сколько там стоило. А, когда он это, да, крафтил пушки-то, по 200 лямов стоит, и ты такой, офигеть, вот это ценники. Понятное дело, что тут, в принципе, скака-то нету проблем добычи, тем более он там зарабатывает, пока это качается. Но на данный момент туры, которые там откисают за 1-2 удара и столько стоят, и ты такой, да не-не-не, ну вас нафиг, у меня нету столько денег. Если обзор не висит, то Аники и тупчет. Тупят Аники, Аники, Аники. Ты про что? А, ты про эти имеешь в виду? Как их? Анимусы, что ли, тупят? Ну фиг знает. Они же тупят из-за дистанции, что у них, как, грубо говоря, дистанция, как у Грена. То есть я ДБ оружием достаю до противника. Вот. А этот, как его? А она нет. Ну иди сюда. Ну да, как скилл. Так суть в том, что понимаешь, как скилл. У меня, грубо говоря, тут в статах Греном приличные. А скилл наносит, ну, грубо говоря, начинаешь дамажить, и ты понимаешь, той же ББ-пушкой в разы меньше скилла, ну, скилл даю с таким же этим дамагом, даже в разы больше. Ну, как бы понятное дело, там скорость атаки все-таки, но все равно, блин, как-то разочаровало меня. То есть ты думаешь, нифига, Грен настолько заточил тип Д, сделал там плюс 45 дамага, там должны статок сможешь цифры такие, думаешь, сейчас будешь дамажить, и ты такой, дамажишь там по копейкам, и ты такой, чего? И тут же берешь ББ-пушку, и ты просто быстрее в разы моба раскладываешь, чем с этим, ну, который в разы слабее Грена. И ты в итоге это как его, быстрее раскладываешь, чем с тем же Греном. Так, тоже плюс 6, да, теперь? Или что тут у меня? Чопнулся. А, 59-й, ближний навык, понятно. Так, у Акса спеца идет дамаг как скилл, просто он не везде настроен. Про офф, так ты не увидел сообщение про офф. Слушай, да я все пролистал, я попробую, можешь его скопировать, заново вставить, потому что я вроде все прочитал сверху, вот, и как бы не заметил где-то там, что именно написал. Я уже и выше поднялся. Вроде его никто ничего не блокировал. Ну, я про YouTube. Так, я Пиумона отправлял за радиус ланча, как и Гекко. Ну, фиг его знает его. Может, действительно ты и прав, но опять же, я не помню, раз я взгляд истины вообще на...
Не, тупит-то я имею в виду про сотку, я имею в виду не про этот сервак, а на сотке спецом я не бафую вот этот взгляд истины, там его в принципе нету у спеца. А здесь-то я не помню, чтобы у меня кто-то из анимусов тупил там или еще что-нибудь. Так, два заветных осталось, ё-моё, как же это долго. Давай, топай сюда. Так когда ты в блок-то хоть раз попадешь, ты издеваешься, что ли? Да ладно, не переоделась пушка, почему? Чё за бред-то? Я же вроде нажал. Прикол на офе, ну давай, жги. Чё там за прикол? Дал челу показать. Давай ПВП. Как понять, дал челу показать. Так, сколько тут? 91, да? До 6. В принципе, вот этот скилл вообще можно убрать, он гэмовский. Он только больше дамажит. Кстати, а что там по баблу? Я вообще фармлю? Нет? Ну-ка, 92. Сейчас посмотрим. И сюда. Блин, ну точка я миссую, конечно, чаще. За каждое попадание, ну-ка. Ну и за скилл, в принципе, тоже дается. Ладно, пофигу, давай так. Так, дал челу показать. Давай ПВП. Он отошел, притянул пати кор и ПДД. Думаю, ну ладно, ваше решение. И все, в тридцатку летели в ГШ. А, нормально. И потом только крики на форуме, да? Ланчимба. Это прикол же был, кто-то мувик на сотке выкладывал. Ну вот, где он там в компот по два, по три челика сносил. Там еще такие пишут, типа ты серьезно, ну трупы пишут, ты типа серьезно. Он просто тупо в компот двоих-троих забирал. Так, давай чуть подальше отойдем, на всякий случай, чтобы жаба не согрелась. Я ему макнул, дал мобов добить, тыкнул. Ну не, ну нормально, что-то ему как бы... Он сам, да, принял решение призвать кого-то. Поэтому нормально. Все честно было. Просто он своих челиков подставил по факту, да и все. Ну либо челики сами не на хп решили, на дамаг, кто быстрее добьет. Так, итого у нас 98. Не, фарм идет. Медленный, но идет. Бывает, когда играешь это как с кем-то, по КД просто тянешься на кого-то, ну, либо просто ТП туда, ТП туда. Редко кто на ХП одевается, все сразу на дамаг и бегут дамажить. За честный ПВП. Я тоже за честный ПВП, но, к сожалению, на той же сотке ты его не дождешься в основном. Либо вроде дерешься один на один, такой, все, кайф, наконец-то, нашел честный ПВП один на один. И просто мимо кто-то пробегает и тебя добивает. И ты такой, да пошел ты нафиг, думаешь, и иди-ка. Так что да, бывает и такое. Мыши были. Это ты про минеров? Кстати, а ведь белка у меня создана, по-моему, на этом аккаунте, если не ошибаюсь. Вот только я не помню, кто там у меня создан. ББшник, ДБшник. Я вроде ДБшника создавал, хотел посмотреть.
А так, в принципе, слушай, спеца можно, да? Чисто на крите с гатлом. Чтоб чистый крит был. Ну, единственное, там, наверное, придется как? ДББ делать. Как раз, в принципе, спец этим в этом располагает. ДББ. На, с другой стороны. Ну, хотя, я даже не знаю, контра, нужна ли она. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Так-то, в принципе, можно было. Мне просто Гаттл нравится, так я тащусь. Гаттл, вот его заточить. Но, блин, там дальше лазерки идут, эти конченые. Блин, мне так они бесят. Именно из-за анимации бесят. Пушки-то сами ничего выглядят, но вот, я не знаю, мне вот этот Гаттл нравится, и как вот он стреляет, нравится. Я прям кайфую от анимации. Так, меня танка 3 раза слить не могли. Слушай, ну оф, да, это вообще офигенно. Там деф работал по кайфу вообще. У меня чувак, знакомый Софа, скидывал, я не помню, скидывал, короче, видос своего ланча, у него ланч сидит, его бьет чуть ли не вся раса белок. Там видос минут, по-моему, на 40 или 50. Вот, и они ничего не могут ему сделать. У него уже деф снят, ну, полностью полоска. Весь постоянно в дебафах. Вот единственное, как-то вот повезло, они резко все просадили. И что ты думаешь, в лучших традициях его добивает нуб. Там просто такая неимоверная эта цифра ОЦ с него слетела. Просто забей. Он просто говорит, я говорю, ну он такой, типа, смотри до конца, там в конце боль. Я думаю, да что там такого может быть? Его в конце добивает, говорю, просто нуб какой-то. И все там так, ну я не знаю, там просто это космическая цифра очков статуса с него слетела. Ой, блин. Так, давай делаю белку, я тебе баф дам. Баф. Пойдешь качаться. С ДБ оружие, контре не глючит. А, вот оно что. Контра не нужна. Но это стандарт. Но у ДБ, опять же, видишь, если я пойду за мяву играть, вот, то у спеца вот этих-то не будет элиты. Вот я что и думаю, что есть ли смысл вообще делать мяву? Может быть, чисто ДБшником? Все-таки у ДБшника вот это будет. Увеличить шанс критической атаки, а у спеца-то этого не будет. Это будет опять второй акрос-спец у меня, кастрированный. С разницей, ну, с той разницей лишь, что я могу это на мяве играть. А, только админ гнул. Контра нужна, да. Так вот, чувак тоже рассказывал. Ему потом этого акра, короче, админ забанил за то, что он, грубо говоря, создал гильдию офигенную, и они этой гильдии, короче, ну, против 2 рас воевали, отжимали всех. Ну, короче, он, грубо говоря, сделал дисбаланс на серваке. То есть он создал жесткую гильду, где там были в основном топовые персонажи, и со всех требовал топовый онлайн, чуть ли не 24 на 7. Вот, и они всех ПБ, все ЧВ, все забирали против 2 рас. Вот, и его, говорит, админ за эту фигню просто взял и забанил. После этого. И вот он показывал, у него видосики остались этого персонажа. Но, опять же, не знаю, насколько правду он говорил. Но вот видосик, конечно, он скидывал. Контра ДБ не пашет, если нет щита. Блин, какие-то странные механики. Я узнаю от вас. Или ты имеешь... А, ты имеешь в виду, вот эта контра не пашет, если нет щита. Нет, эта контра, она же как дает? Дает возможность контратаковать. То есть, когда вот меня бьет, и звук такой еще идет, и он дополнительно фигачит. Это же и есть контра.
То есть дополнительные шансы ответа дает. А не то, что типа мисс или еще что-то. То есть у ББшника контра это и работает вот так вот. Что она тебе просто, ты даешь скилл и тут же еще раз, грубо говоря, как скилл даешь. Это и идет контра. Иди сюда. Так, шестой, надо вот это теперь шестым добить. Так, 45, отлично, еще один остался. На, теперь массовым бить. Контра ДБ не пашет, если не считай. Или ты имеешь в виду вот это типа контра не пашет. Так, при чем есть она? Шанс критической атаки дистанционного оружия. Ибо я что-то не понимаю. На, у тебя. Так, я 89 бананов получил за перса за 500к рублей. Так, еще раз. Я 89 бананов получил за 500к рублей. Это ты что сделал? Она не работает в ДБ без счета. То есть ты хочешь сказать, контракт чисто по факту для минеров, что ли, вот это существует? ДБшная. То есть ты по читам бежишь, вуальку даешь, и она проходит. Ты в этом плане, что ли? Что-то мне кажется, вряд ли. Так было задумано. Так, я уже 74 уровень, этот процент апнул, 74. Офигеть, вот это кач, вот это я прям жгу. Блин, какого лешего я опять не тот скилл-то использую. Так, мне еще какая-то пушка выпала, да? Ну-ка. 45-й посох. О, нифига себе. Можно будет продать. И иди сюда. Где ты тут? Вот он, скилл. Тебе ли не знать, что такое контра? Ну, контра вообще, как говорят, контра это типа, когда по тебе миссуют. Типа, вот это контра. Либо... А, ну да, контра, да. Когда по тебе миссуют, не попадают. Ну, слушай, не скажи. Допустим, на то... не знаю, как здесь, на той же сотке, того же ББшника, когда ты миссуешь, когда ты, ну, дерешься с пиками, без щитов, она также проходит. То есть ты реально миссуешь, ты не в дочь ему попадаешь, а попадаешь именно в контру. То есть это вот сколько я играл, это всегда так считалось. Что контра это и была, когда по тебе миссуют. Вот она. Кап тебя миссует, и плюс ты контратакуешь еще. Так, бей сюда. А, Паша-то кулак распица. Да, короче, пес его знает. Тут на каждом сюраке я смотрю свои механики. Что-то пашет, что-то не пашет. Тут надо медом научно тыкать по факту все это. Выяснять. Так, 60-й. Мне еще 8 осталось, и я смогу с поддона этот одеть. 45-й. Так, 45-й. Вот тут последний, 46-й. Я просто надеюсь, что на 46-м это откроется. Если не откроется, я не знаю, это, что делать. Дальше качать, тратить время даже без понятия, есть ли смысл. Так, я 89 бананов получил за то, что меня не могут убить три расы. А, вот оно что. А ты с однорукой кладешь в скилл. Понял, понял. Так, иди сюда. Иди. Ох, я помню на сотке свое время с одноруком, с плюс шестым, там 45-й однорук был. Он хп давал и, блин, что-то еще давал, я не помню. И первым делом это Кора, не помню ник, вот я помню, он под щитом просто на К2 залетал, там три ланча, и он просто одноруком их всех раскладывал, и этот просто эпик был. С тех пор, после вот него, сразу же все по КД начали это, точить однорук плюс шестой, и бегать также под щитом. Вот, чувак тогда, еще помню, мувик делал, вот, как он бегает с одноруком, просто нам раскладывает по КД всех. Они ему то в блок, то в контру попадут.
И он просто на руках просто всех раскладывает. Ну, там в некоторых случаях, конечно, этот руну еще использует вампа, когда там слишком челики жирные. Ну, это, конечно, было весело. Да, Джабар, по-моему, ты прав. По-моему, Джабар был. Именно вот Кора-ББшник был. Блин, это, конечно, эпик. Он просто на К2 тэпается. Там 3 или 4 ланча, что ли, он просто их всех ушатывает. Потом вот я говорю, помню, на сотке прикол был, когда вот эти щиты-то все ввели. Там зеленый, он вообще зеленый щит. Он нет, как его, не резал додж. И я вот как сейчас помню, тогда не было возможности записать это. Просто пол раз акров стоит, ждет бельфа, тэпается белка, и все, и ну на фул додже маг. И все, и он бежит, по нему либо блок, либо мисс, либо блок, либо мисс. Максимум, я помню, просадили пол хп, и то он тут же отхилился. Ё-моё, сколько там тогда на форуме срача было после этого момента. Там просто все в голосину орали, говорят, это что такое? Просто не убить было. Мне вот до сих пор не нравится, что на сотке магическое умение, где оно? Сейчас, вот тут, по-моему, нет. Это, по-моему, вот это поглощение, нет, не поглощение, вот это ослабление может использовать каждый. Вот эта вот бесячая тема. То есть у ББшника раньше хоть какой-то шанс был блока. Сейчас разве что только ленивый не возьмет посох, не накинет этот сломанный щит. Вот. После чего ББшники стали в разы меньше жить. Раньше на сотке ББшники очень хорошо жили, и как бы их достатки было. Но вот как вот эту вот фигню ввели, что сломанный щит в ученика перекинули, и все. Плюс руки плюс шесты, плюс антик с кучей пробива. Про гаттл я вообще молчу, в котором еще 20 к пробитию. Там вообще просто ББшник, даже можно забыть про блок щитом. Так, 61 уже, отлично. Так, еще пятый, да? Пятый. Надо вот это до шестого, и должно быть 46, по идее. По логике вещей. Блин, вот это да, 2 часа качаю навык. Офигеть. Опа-на, спаддон, 45-й, да? А, ничего страшного, пусть валяется, тоже будет возможность продать. Хотя, судя по тому, что вот этот-то висел никому не нужный за пятерку. Ну, давай, 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 бей, не спи. Сто тридцать три. Ну, слушай, тут в разы медленнее фарм, конечно. На СУА я все-таки это больше фармил. О, что, я тебя не выделил, что ли? Иди сюда. 84. Чуть-чуть. О, ну, вся надежда, что на 46 это откроется. Если не откроется, это трэш будет. Так, а сколько за одно использование дает? Ну-ка, 85. 85. Хи. Грубо говоря, 0,72%. Офигеть, это сколько надо мне еще раз его использовать? Оп, вот, кстати, контраст работала.
Лучше бы, конечно, блок сработал, чем контра. Так, 87. Ну, в принципе, неплохо. Разве что КД получается, сколько у него? 12 секунд. Думаю, что-то не хватает. Блин, как долго оружие переодевается? Нет, при условии, что тебя еще никто не бьет. Ой, долгожданное, давай, 46, ну. Только, конечно, не подведи. Ланька, Кимарно, надо в себя приходить. И гаммать с пацанами. Давай, давай, Хипс. Спасибо, что залетал. Хорошенько тебе выспаться. Я тоже уже скоро. Сейчас. До 46-го апну. И после этого, может, чуть-чуть поиграю, это тоже. Буду заканчивать. А то хочется книжку одну послушать еще перед сном. Я сейчас на серию книг подсел. Вот, затянуло. Можно было бы на стриме слушать, если бы, конечно, не забанили бы за это. Но за это банят. Поэтому... приходится что-то одно, либо играть, либо слушать. Так, хорош этой тюрьмой, тюрьмою и всего овна. Очень интересно и нифига не понятно. Ну, хары Миша, ты издеваешься, что ли? Ты ж не на дистанции так фигачишь, ты в упоре стоишь, бьешь. Как ты еще миссаешь-то? Или ты что, в такую громадину умудряешься промахнуться? Я помню, за белка ББшника тогда играл. Да-да-да. И вот там, когда появляются вот эти вот штыки от этого, блин, так кайфово было. Ты такой играешь, офигеть. Новая анимация там, новая прорисовка, прям кайфуешь потом. Даже потом не столько уже качаешься, сколько просто ждешь отката скилла, чтобы это ударить и получше рассмотреть. Всю эту анимацию, там кульбиты, там, когда кульбит девушек, раз такая вот раскаленная струя, ну не струя, а как типа после лавы. Рисовка красивая. На нафиг. Тюрьмы хорошие, говна остального. 3 года в лесу. Ну, тоже неплохо, чё, свежий воздух. Не, книги это, конечно, классно. Особенно, когда затянет какая-нибудь большая книга. Я раньше думал, блин, большие книги, нафиг, как их вообще можно читать-то? А потом, когда найдешь ту нужную книгу, которая тебя прям просто затянет, и ты такой, блин, хоть бы она не кончалась. Кстати, 46, и фиг что открылось. Может быть, все-таки элита не открывается?
Или тут только не говоришь, что до полтинника или до 48 надо качать. У меня терпения не хватит. А, то в непоклонную превратишься. Понял, понял. Ну тот, как я понял, больше на это, как его, для стримов так себя ведет. Некоторые моменты, так сказать. То есть в жизни-то, я думаю, он менее бы это, как его, так... ну, свой язык распускал, скажем так. А как он говорил, типа, что он медийная личность, типа, для контента, мне кажется, он это больше делает. Ну, опять же, люди смотрят, людям нравится. Как бы стример-то не делает ничего такого, что людям бы не нравилось, вот и все. То есть, по факту, там не сам не поклонов такое. Или я сейчас вообще не о том говорю. Ладно, в общем, что-то я уже засыпаю, походу. А, Перумова. Слушай, блин, я не помню. У меня как бы в армейке чуваки сидели на Перумове. Вот, еще один знакомый сидит на нем. Как бы хвалит книги. Я помню, я одну книгу читал вроде Перумова в армейке, но, честно признаться, уже не помню. Мне вот, например, нравится Лукьяненко, вот я все дозоры перечитал, и его, и плюс там соавторство, и просто других, кому он там продавал или давал права. Вот надо, кстати, я давно не смотрел, надо будет глянуть, там это, продолжение вышло или нет, а то я крайний раз смотрел 3 года назад. Там что-нибудь. Ну, для меня, например, Лукьяненко ничего такой автор. То есть, грубо говоря, для меня его книги не фонтан, но это, грубо говоря, тот автор, который ты возьмешь книгу, и ты не будешь разочарован, скажем так. Вот, а Перумова, честно говоря, я не помню. Вроде я читал, а может не читал, кто знает. Куда пошел? Иди сюда. Тогда, понимаешь, я как-то смотрел, когда он это, типа, челику скидывает номер или что там, начинает с ним созваниваться, типа, да не вопрос, подъезжай, все в таком духе. А потом просто дает заднюю такую, да я медийная личность, типа, да если бы я со всеми, типа, это, ну, встречался, если в таком духе, у меня времени бы не хватило. То есть сразу такое, это как, ну, не по-пацански поступил, то есть дает телефон, типа, давай, типа, пересечемся, подъезжай, и тут же дает заднюю. То есть этот момент как бы меня сразу убил, я такой, ну, иди ты нафиг, ё-моё. А с другой стороны, как бы ты понимаешь, что да, он сказал, типа, я медийная личность, я специально, типа, все это так делаю, типа, что ты от меня хочешь, и все в таком духе. То есть, возьми того же Джова на стриме, он же себя тоже так же ведет, там, разрабов просто, там, как только можно, обсирает. И про мамок их, и про все в таком духе. И, опять же, он же себя и ведет. Людям нравится, они же этого и ждут. То есть... Факты, может быть, не в самом человеке, то есть, может, он сам-то адекватный, нормальный. Просто для стримов он таким вот делает себя. Как вот тот же актер, тоже он там орёт на стримах, а у него интервью берут, он довольно-таки нормальный, грамотный человек. Вот. И также Джофф тоже, вот он пробовал как-то стрим без мата делать, у него онлайн сразу резко начал падать. То, типа, людям не нравится, типа, все хотят, ну, слышать нормальную, типа, человеческую вот эту эмоцию, и мат, и все в таком духе. Вот, и у него снова онлайн вернулся. Также, в принципе, и тот же самый Непоклонов, вот, мне кажется, то же самое он также делает. То, что, опять же, люди хотят это видеть, люди его смотрят за это, как бы. Там же в чатике его тоже сколько начали сразу поддерживать, типа, да давай его сюда, типа, мы и сами подъедем, сейчас все разберемся. Я думаю, ё-моё, а вы тут вообще при чем, чатик? Он четко оскорбил одного человека, тот ему предложил один на один. Вы-то вообще какого леса тут лезете? Ну, опять же, вот такие вот зрители. Так что тут, в принципе-то, на самого Непоклонного гнать-то тоже тут. Если зрители это все устраивает, у тебя как бы всегда есть выбор смотреть, не смотреть. Вот и все.
Так я давно в кросе, я танк ББ. Ой, танк ББ, зашибись, я сказал. Я мага-танк. Но вот меня удивляет, что у меня 46, а до сих пор не открыто. Либо она на 48 откроется, либо на 50, либо вообще не откроется. Вот. И вот это вот я уже не знаю, что делать. Что-то я уже подустал, честно, вот этой фигней тут страдать. Где тут? 46. Просто у меня эти уже все 100 уровней. То есть мне надо как минимум, чтобы вот это тапнулось. Либо вот эту накручивать. Оп, второго уровня. Оп, еще уровня. Ну-ка. Ну давай сейчас ее будем накручивать, кстати, как вариант. Но тогда я эти не пробафаю. Ну вот эту, по крайней мере, до третьего уровня могу апнуть. В общем, пока какая-то непонятная ситуация. Либо стример, либо блогер. Ну, я не знаю, кто на самом деле, блогер или кто он. Я же тебе говорю, если, в принципе, народ устраивает, у него не отписываются, и как бы люди со стримов не уходят, то почему он не может делать совмещать два дела сразу? То есть, кто ему это запретит-то? Он же делает все, что это, как его. Зрителей прибавлялось, и как бы это онлайн у него был. Поэтому, как бы, опять же, я тебе говорю, если людей это устраивает, кто его смотрит, флаг им в руки. Скажем так, они нашли друг друга. 48-й вроде, ну вот. Я сначала думал 46-й. Потом вот мысли сейчас 48-й. После 48-го будем думать, что может быть 50-й все-таки. И так до бесконечности. Так, не, крит есть, у Нейра он в ланче был. Ну, понял, понял. Так, откат. Иди сюда. А, нифига не канает, да, надо, чтоб существенно не просели. Блин, зря только использовал. Алкастрим, ну и это тоже, да, он делает. Ну а ты посмотри, есть тоже стример, чувак какой-то, я не помню, откуда он приехал, он чисто с ноутбука, он делает стрим на хате, то есть он сидит просто болтает что-то, также бухает, там, допустим, это полицейские в хату приходят, там типа это квартиросъемщица приходит, что типа выгоняет их, он это все снимает. Вот, плюс снимает, как они там всей пати сидят, бухают, там еще что-то. Так у него онлайн, у него подписчиков на самом деле там что-то 23 тысячи, а онлайн стабильно 50 тысяч. 45-50 тысяч, ему там донатят, будьте нате. Вот. Хотя подписчиков в разы меньше, чем смотрят. Вот, и как бы, видишь, людям нравится, люди смотрят. Сейчас вообще народ такой фриковый стал, что ты порой даже не понимаешь вообще, что людям надо, что они хотят смотреть, что они смотрят. Сейчас посмотреть не только эти тиктоки, там такую дичь снимают, но опять же, и сколько у них там лайков, и все в таком духе, ты такой, ё-моё. И тут ты просто не понимаешь, то ли это стример, ну, либо блогер, либо кто там, кто делает контент с повернутой крышей. Но опять же, если его смотрят, значит, он для кого-то делает, значит, это не факт, что это он сам такой. Он просто дает то, что люди хотят видеть, вот и все. Не, ну тут опять же, видишь, я же тебе говорю, все от зрителя зависит, кому что ближе. Это, знаешь, это как спорить про направление музыки, кому как что нравится. Как в свое время были рэперы, эти какой техно, рок, панк, вот это все. И каждый ходил там, кто-то киношник, ходил там, предъявлял, ты кто, киношник, состав кино, и все в таком духе, и начинает там. Ему, да твое-то какое дело, кто я, че я, че я слушаю. Понимаешь, все, грубо говоря, навязывали свое мнение. Там самые эти были ненавистные для всех, это меломана, что типа, а мне пофиг, что слушать. Ах ты меломан конченый, их все ненавидели вообще, меломанов. Так что тут опять же,
Я не знаю, как бы. И людям нравится кому-то что-то, пусть смотрят с лайком в руке. Я тебе говорю, сейчас с этим интернетом, с этим доступом, с этими камерами, ты посмотри, сколько фриков вылезло. Возьми того же Панина. Раньше был вроде нормальный актер, смотришь те же жмурки, все вот это вроде нормально. А на деле фрик на фрике, причем он уже даже не стесняется в открытую говорить, что он фрик. Так что как-то так вот. Да отбегай ты, хватит стоять. Иди сюда, сюда иди. Ну да, да. Возраст позволяет вспоминать былые времена, так сказать. Как говорится, есть такое, не поспоришь. Так, я уже 75 уровень, отлично. Ой, ладно, короче, я что-то подустал, если честно, с этой фигни. Давайте-ка, наверное, попробуем чуть-чуть одного драка побить. И бананами тогда добьем квестик. Потому что что-то я подустал. Либо сейчас можно попробовать еще на жабах, на самом деле. Так, посох здесь. Выживу я вообще, не? Так, не спать. Не спать. Я говорю, не спать. Иди сюда. Вот эта вот контра сейчас плохо может отобразиться на мне. Так, погоди, а где у меня тут эти-то массовые скиллы-то? Тихо. Блин, а чё так залипает-то? Кстати, вот я забыл, надо эту контру было убирать к ядрене фене. Она как раз-таки еще и посохом дает бить. Так, ладно, с меня хоть ничего не сняли. Фиг с ним. Вот эта вот контра, вот в этом плане, конечно, она очень сильно мешает. В PvP, да, но вот в фарме, вот она в каче, бесполезная фигня. Ты от нее только больше еще это откисаешь. Давай, давай, хисп. Задание. Окей. Да закройся ты, ё-моё. Диалог. Так, и... Чё у меня тут? Т3, да? Бананы, ну-ка. Может, я так и уровень подниму? Нет. Хотя, по идее, должен. А, чуть-чуть останется, да? Собака сутулая, 3%. 3% осталось. Так, Т3. 4 банана. Так, давай вот эти бананы тоже сделаем сразу. У флема. Вот так, 9 штук. А мне надо 10, еще чуть-чуть. Давай, давай, хис, давай. Да, контру надо было убирать. Блин. Зря я использовал. Точнее, не убрал. Плюс у меня опять вот эти стали скиллы откатываться. То есть я использую вот эти, а у меня и вот эти идут в откат. И вот ты сидишь такой, сможешь, ё-моё, а чё мне не в откате-то? Так, ну ладно, сейчас один уровень-то подниму. И на этом буду, наверное, заканчивать. А вот это потом как-нибудь, может быть, я не знаю, на следующем стриме, либо вне стрима попробую добить.
А, да ладно, блин, я опять эту фигню бафнул. Да твою ж налево, где там? Что там можно бафнуть-то себе еще? Давай, мощь. А, так погоди, мне теперь надо вообще все маки умения бафать. И контракт тоже нужна, но с другой стороны, на кой она мне нужна? Так. Я ж маг. Уник. Так, мощь. Блин, у меня все это время ВВшка была, и я ее не бафал. Вы серьезно? Бегал еле-еле. Блин. Так, ладно. Да, давай вот это бафаем. Вот, все. Вроде все эти скинул, ненужные. Блин, конченый кашель. Твою ж налево. Давненько тут мин не было. Так, 63, да? Ну да, мне по идее вот это потом до 68 добить. И попробовать его точнуть на плюс 4. Так, сейчас попробуем. Во-первых, раз, два, три. Три. Вот, магия. Просто я еще и забыл, что у меня здесь вот магия. А, все. Кончилось. Пропал, блин. Медальончик или как он там? Сейчас мы их добьем. А будь бы бежа на хп, я бы, конечно, не упал, но если бы, да как бы. Я не понял, а что началось? Где все? О, нифига себе, вы меня здесь дожидаетесь? Умнички-то какие. Все? Ну иди сюда. Нет, давай сюда. Вот так вот. Сейчас я вам все припомню. Так, вот бить только меня не надо. Я все-таки скрит посохом, по идее-то. Так, ладно. Или, ну-ка еще раз. Так, сколько у меня? 97, 94. Давай проверим. 97, 94. Так, не спим. Да хары ты! 97, 94. Вот сюда вот так раз. Ну, поближе. Погнали. Все, не двигайтесь. Сколько за вас дают, интересно. А, все убил, да? Так, 97, 94. 0,6, грубо говоря, дали, да? За 4. Ну, в принципе, зато безопасно. Либо на мотыльках добить процент. Тут осталось-то буду 40, 49-й. Вот, теперь хоть быстро бегаю. А, так, блин, у меня контракт осталось. А какого лешего она у меня осталась? Кто мне скажет? Чё за фигня? Я-то думаю, почему он мне все равно в ответку-то бьет? А давай сломанный щит бафнем. Вот так вот, все.
Сломанный щит, нормально. То сейчас посохом опять убил. Так, а мотыльки я не помню, поскольку бьют. Вообще, в идеале надо было этот квест на орка взять. Что-то я проморгал, точнее, не проморгал. Пока провтыкал. Его надо взять. Отвлекся и забыл. Так, ну-ка, что за пуха? Еще один спаддон выпал. Да чтоб вас. А че пик-то не падает? Так, где вы тут бабочки? Блин, ну эти... Так, усмирение. Какое усмирение? Он же это снимает, да? Так. Иди сюда. Поскольку бьешь, ну-ка. А, ну он сейчас, в принципе, будет снимать, наверное. С меня бафы сначала. А все равно, смотри, он успел подойти. Почему-то. Да, и все равно снимает. А почему он успевает-то? Какого лешего? Так, ладно, пока не будем трогать. Так, 0,7 вообще. Ладно, пошлите лучше орка тогда зацепим. Я думаю, на нем я быстрее подниму, чем так буду париться. Так, шмотки, в принципе, можно будет выкинуть в УГШ. Может, кому пригодятся. Да, идите лесом. Можно было бы дракончика, но дракончика я не вывезу, к сожалению. С таким количеством ХП. Оп. Так. Чё там? Давай вот этот фигнем бафнем. Иди сюда. Только один, пожалуйста. Давай, иди. Алло. Чё за фигня-то? Чё такой деревянный? Не видишь, что ли, меня? Алло. Во, давай, погнали. Ух ты, тихо. А какого лешего дракон-то согрелся? Вы издеваетесь, что ли? Ю, хорошо у него этот... Контра не прошла. Офигеть. Не летит, надеюсь? Фига себе, чуть не откис опять. Да какого ты лешего опять меня ударил-то, скажи мне. Контры, что ли, не хватает? Фу, контры крита. Смотри, опять ударила. Я чувствую, я пока этот уровень апную. Я тут и квестик выполню. Блин, метеорит, конечно, офигенный. Красивый. Так, итого 98,3. Блин. Ну это бессмысленно. Я тогда столько это... Ай, блин, как его? Их надо будет убить. Это проще квестик тогда взять и уже 15 этих делать. Квестов. 98. Ланика, наверное, на этом закончу сегодня. Вот, на следующем стриме тогда уже что-нибудь другое попытаюсь сделать. Вот, либо снова попробую, ну, уровень доподниму и попробую добить этот. Как он называется-то? Вот этот вот, эксперт. Посмотрите, элита, чтобы открылась. Вот, ну, когда это будет, неизвестно. Так что,
На этом, пожалуй, все. Всем спасибо, кто был. За лайк вас отдельная благодарность. И давайте, народ, всем пока.